детства. Поощряйте его игры, его забавы, его милый инстинкт. Кто из вас не сожалел иногда об этом возрасте, когда на губах вечно смех, а на душе всегда мир? Жан-Жак Руссо, французский писатель, мыслитель, композитор. Вот как в детстве, когда все краски яркие, вот в детстве и в мудром возрасте, да, опять эти краски становятся ярче, и все острее, и ощущения все острее, и опять чего-то хочется. Юлианна Шахова, Наталья Дудкина, Сергей Любавин, Мухтар Хардаев, Игорь Димарин. Вкус детства. Самый яркий вкус из детства – это запах плюшек, которые пекла моя бабушка. Это был праздник каждый раз, потому что пеклись они к случаю. Бабушка ставила тесто, долго его вымешивала, и мне даже давали самой слепить какие-нибудь фигульки, потому что я измучила тесто до самого конца, выходили серые уродцы, но тем не менее бабушка вставляла им глазки из изюминок и тоже засовывала в духовку. Она делала какие-то булочки, которые называла розочки. Они очень долго оставались мягкими и вкусными, и вот этот запах свежеиспеченной сдобы, это самый счастливый запах, наверное, для меня. Если я его чувствую, если я вхожу в дом и чувствую запах свежего хлеба, запах свежеиспеченных пирогов, этот дом становится очень близким для меня сразу. Мне кажется, что люди здесь счастливы, здесь все хорошо. И еще забытый вкус шоколадок, которые назывались то ли белочка, то ли полена. Они были в форме полешка с маленькими орешками, дробленными внутри. И как-то очень быстро исчезли. Ну, наверное, когда мне было лет 7. Но ни один бельгийский и французский шоколад почему-то вернуть этого вкуса мне не может. Это был самый лучший шоколад. Лучше, наверное, был только шоколад от ленинградского мороженого. Вот это был самый правильный, самый сладко-горький, самый твердый и вкусный шоколад. Вот такие у меня в детстве были вкусы. Жахнуть бокал о стену, осколки брызнут, дьявол куражится, бьет сединою в бороду. А знаешь, Антоха, синдром середины жизни — это не смена партнерши и даже не смена города, а это кризис. Это кризис среднего возраста. Это кризис. Кризис среднего возраста. Можно вспоминать какие-то вот отдельные частички детства, жизни, которые там сопровождали тебя, связанные с вкусом, с теми конфетами, которые бабушка покупала тебе и не рассказывал родителям, потому что все родители запрещают есть детям, ну, особенно много конфет. Эти все тузики, там красные шапочки, но только тех лет, они были самые вкусные. Но есть ощущение детства, вкус, ощущение этого вкуса, который ты потом достаешь всю жизнь всех своих окружающих. И мне вот пришла такая идея вспомнить вкус Нового года. У кого с чем связано? У кого с Наполеоном домашним, да? У кого с оливье, с цветами, не знаю. А у меня с гусем. Хоть это и рождественское такое блюдо, но мама почему-то вот каждый Новый год делала гуся. И вот она это подавала так в гусятнице, в такой, не вот такими кусочками. Значит, я, простите, сейчас вспоминаю. Съел бы, не задумываясь, два гуся. Гусю подавалась вот вареная картошечка, но целая такая. Как тоже это мастерство, чтобы сварить картошку, чтобы она не развалилась, чтобы она не распалась. Там, в общем, да, такими она обязательно была доваренная до конца. И вот этот гусь, и я хочу повторить каждый Новый год, сколько мы вот сейчас, сколько я живу. И все пытаюсь сравнить с тем временем, не получается. Не потому, что он плохой получается, он получается чудесный, но не тот. Очевидно, все-таки аромат и вкус детства, он не повторится никогда. Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю,
вот любовь у меня. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Твои пальцы браслет теребят. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Вот сейчас ты уйдешь. Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Он действительно очень хорош. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит явь, проходит сон, любовь проходит, проходит все. Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. Лишь пустота в твоем зажатом кулаке. Вкус знакомый с детства. Он связан у меня с Сибирью, с моей родиной и сибирской деревней, где жили там мои предки, там прадед и дед, и бабки все. И бабушка, которая раз там в неделю, раз в две недели пекла хлеб, подовый хлеб настоящий, а потом вторым заходом какие-то плюшки сладкие, там я не помню, но это было очень вкусно. И самое главное, вот у нас хлеб сейчас там полежит, и через один, через два дня он уже, ну все, уже надо в магазин ехать. А это был такой хлеб, он неделю, он был свежий, он не плесневел, ничего. Он сохранял вот эту первозданную свежесть в течение там недели, в течение там 10 дней. Потом приготовление масла, я помню до сих пор, маслобойки такие деревянные. И вся родня приходила, когда били масло, взбивали его там из сметаны, сначала сметану перегоняли, потом из этой сметаны вручную все били это масло. Специальный такой прибор, приспособление, маслобойка. И вот это когда желтый вот этот кусок огромный, я не знаю, килограмм, наверное, 15 или 20, сбивали это масло, бабушка потом его солила, как-то его мяла руками, что-то там, какие-то ряд манипуляций, это было масло просто, ну, фантастика, и ни в каком магазине вы такого не купите. Я помню, как когда-то мы с мамою твоей вдвоем в кино ходили, я ей дарил цветы. На улице на нашей была всех красивее. Конечно, твоя мама, а скоро будешь ты. А я купил для дочки платьице в цветочки, а ко дню рождения с подарком опоздал. Но я приеду, дочка, на два, на три денечка. Я тебе одной приеду. Любимый вкус моего детства. Я никогда не забуду, как каждые выходные мой отец возил нас к бабушке. Те моменты, когда приезжаешь, и сразу на тутовое дерево, и весь оттуда слазишь, и все твое лицо измазанное, все твои руки измазанные. Если это черный тутовник, то ты весь черный где-то. Если он красный, то ты весь красным. Еще там очень много земляники. Просто вот это и есть, наверное, вкус моего детства, который я помню до сих пор. На самом деле и вкуса-то особого нет, больше перепачкаешься. Вот это ощущение я никогда не забуду. Когда ты слез на это дерево, через 30 минут сел, слез с него, и никто тебе узнать не может. И лицо у тебя, и руки все измазаны, и неделями не отмываешь. Кто знает, кто пробовал, тот знает. А объяснить это невозможно. Друзей и денег не бывает много. Друзей могу я вам на пальцах посчитать. И если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Друзей и денег не бывает много. Друзей могу я вам на пальцах посчитать. И если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Мое детство делилось на определенные периоды, потому что вот в самом таком вкусном детском возрасте, что называется, да, как говорит моя мама, вот с сожалением, от 2 до 5 лет, вот этот возраст, да, такого детского становления, болтовни такой интересной, я жила у бабушки с дедушкой, а дед был военным, и мое садичное детство прошло в Киргизии. Значит, когда приехали мои родители меня навещать, а летали, они жили на севере, в Архангельске, а я вот эти 3 года во Фрунзе, они приехали, сказали бабушке с дедушкой, что вы делаете с ребенком? Во-первых, меня дико раскармливали,
потому что дед бегал за мной бесконечно с ложкой чего-нибудь, я очень плохо ела, да, и покупал мне банками черную икру. Говорит, вы что, обалдели, что ли? Где мы такое ей потом на севере? Как мы ей обеспечим этот достаток? Что вы делаете с ребенком? И в итоге, значит, я смотрю на эти детские фотографии, на такой квадрат Малевича, в который я превратилась после того, как бабушка и дедушка усиленно 3 года над этим работали. Вот, и уже потом на севере родители меня стали активно худеть, чтобы я к школе пришла уже в норму и была похожа на человека. А на севере же все мое вот детство, юность, вот становление. У меня рядом всегда была уникальная женщина, моя нянюшка Нина Федоровна, Царство Небесное. Тут Арина Родионовна, знаете ли, давным-давно отдыхает, потому что моя нянюшка прожила с нами в семье 52 года. 52 года. То есть это деревенский человек из Архангельской области, простая русская женщина, которая пришла в семью, когда папе было 3 месяца. И она, естественно, вот то, что делала, творила, пекла, и даже как она жарила нам картошку, вот она уже потом с возрастом стала жить отдельно, приезжала, ей хотелось отдохнуть уже от нас, надоели мы ей. Вот, но это уже бабушка, это член семьи. Но вот это была уникальная картошка. Если это каша, это была уникальная каша. Но главное, шанги с картошкой, северные шанёшки такие вот, и кулебяки с рыбой, с треской. Вот, вот пожалуй, вот из детства это вот что-то вот такое, вот как раз уже северная еда. Игла остра, язык костра, обиды догорит зола. И очень жаль, что лет вуаль накрыла сказочную даль. И очень жаль, что лет вуаль накрыл сказочную даль. Сомнений были, снесем пути, заменим бури жизни штиль, чтоб вновь, как сталь, сквозь боль и гарь светил любви старик фонарь, чтоб вновь, как сталь, сквозь боль и гарь светил любви старик фонарь. Юлианна Шахова, Наталья Дудкина, Сергей Любавин, Мухтар Хардаев, Игорь Гимарин. Вкус детства.